продолжаю съемку. Еще идут магазины, туалет есть, отлично. Вот красивые розы. Смотрите, какой корабль. Давженко. Здесь еще и ходят такие кораблики. Ухаживают за цветочками. Сейчас посмотрим, куда я вышла. Переодевалочка на пляжике. Ой, какие сосны или кедры, не знаю. И туда идет вверх лестница. Там тоже домики на горе. Сейчас мы посмотрим. Здесь есть лавочка. Вот лестница. Ух, я бы здесь порезвилась. Клумбы, экскурсии. Даже экскурсии. Вот что-то объявляет. Какое-то время назначает. Морские прогулки. Смотрим. Так, что здесь? Морские экскурсии по Крыму. Ну, замечательно. Грузовская бухта. Ддн. Лошадки. Завтра. Гурзуф, Месхор, Ялта, Вечерня. Ласточкино гнездо. 900 рублей взрослый. Понятно. Канатка, тайны Крыма. Ну, Алушта Вечерняя. Ух ты, 500 рублей. Аквапарк, акватория. Джур-Джур. Пещеры Баир. 1300 взрослые. Интересно. Парк Парадис. Партенит. Так, зоопарк. Ну, это сказка, я знаю. Севастополь, тайны Крыма. Рулевое хозяйство. Царские дворцы. Ну, ладно. Все, в общем-то, как везде. Но цены, мне кажется, здесь дешевле. Красота на берегу. Люди вон покатались, на кораблике вышли и идут в свой пансионат. Вот, розочки. Розочки. Спрашивать, куда я попала, не хочется. Куда-то по лесенке. Интересно, куда бы я вышла. А, вот столовый шведский стол. Мини-рынок, магазин. Анимация, веревочный парк. Интересно, пойду посмотрю. Что здесь? Кто-то с рупорами сидит. О, какая красота, что такое? Что это за речка? Куда это течет? Какая красота. Что это вообще? Куда это течет? Ой, это водичка. Не знаю, ножки что ли тут мочат люди? На лавочке сидят, да? Видимо, да. Больно. А, уважаемые. Бассейн, да. Ага. Прикольно. Пансионат береговой. Себе туда лучше дошла. Обалдеть. Это что, город Алушта, реально? Вот я сделала. Точно. Я дошла до Алушты. Как так? Вот это да. Тут ресторан. Рапаныч называется. Написано, что это уже Алушта. Детский клуб. Неожиданно. Ведь какие-то там лесенки. В нашем царстве, государстве. Пойдем. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Какой-то вот. Да. Интересный какой-то тоже пансионатик. Но этот действующий. Комбинированный подъем. Детская площадка. Мини-подъем.
рынок. Веревочный парк туда. Идем дальше. Вот детская площадка такая. Опять лесенки здесь кругом. Интересно. Вот сам пансионат. Похоже, это называется пансионат береговой город Алушта. Ну, понятно, почему береговой. Так, вот веревочный парк. Я до него дошла. И тир тут же. Вот парк. Внимание. Аттракцион закрыт. Ну, замечательно. Понедельник технический день. Сегодня явно не технический день. Подниматься на трассу. На трассу без инструктажа. Ну, понятно, запрещено. Вот пансионат, ради которого я сюда шла. Интересно. Ой, да я сегодня нагуляюсь конкретно. Там еще повыше другой. Ветер, конечно. Ну ладно, потом еще поснимаю.